Привет, друзья! Сегодня я хочу предложить вам очередную подборку небольших советов и идей, которые, я уверен, вам пригодятся. Мини-отвертка, которая с легкостью уместится в вашем кармане и выручит в трудной ситуации. Из-за своих малых габаритов вы с легкостью сможете открутить саморез в труднодоступном месте. А благодаря барашковой гайке эта отвертка сможет стать еще компактнее. Простейшая компактная подставка под паяльник, которую с легкостью можно сделать за одну минуту. Благодаря силиконовой трубке работа с баллоном монтажной пены становится легче, особенно если задуваемая щель находится под потолком. А этот совет пригодится на тот случай, если необходимо склеить две различных поверхности, а клея под рукой нет. В этом случае, как вариант, можно воспользоваться монтажной пеной. Чтобы срез ПВХ трубы был ровным, можно воспользоваться вот таким вот хомутом. Лучший способ удалить стержневый горячий клей – это воспользоваться бензином. Но суперклей удаляется с помощью соды. Монтажная пена удаляется жидкостью для снятия лака с ногтей.
Краска от рук оттирается с помощью обычного растительного масла. Чтобы сделать разметку, можно карандашом намазать зацеп рулетки. Это особенно удобно, когда нельзя царапать поверхность. Или соорудить себе вот такое вот устройство. Проявив немного смекалки, можно превратить обычный кусок пластиковой трубы в удобное приспособление. Если вы забыли или потеряли ключ от самозащелкивающегося замка, не обязательно его ломать. Воздействуйте на пружину стопорного язычка, и замок с легкостью откроется. В кризисной ситуации, при отсутствии ручки или карандаша, возможно сделать надпись оловом, свинцом или даже алюминием. Кстати, напишите в комментариях, чем еще можно сделать надпись. Мне будет очень интересно.
Вам всем, думаю, знаком такой лайфхак. По-моему, лучше сделать из стержня вот такие вот таблетки, а вместо спичек воспользоваться зажигалкой. Хотя я предпочитаю использовать суперклей вместе с содой. Хоть и не гибкое, но более надежное соединение получается. Но если вас повяжут с этим пакетиком, сразу идите в отказ. Говорите, что вам его подкинули, и требуйте адвоката. Для того, чтобы не путаться в проводах от инструментов, их можно промаркировать изолентой. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.